Здравствуйте, это канал Максим Адзе, это снова GTA San Andreas. Короче говоря, как все будет. У нас еще осталось 3 серии, вот это и еще 2, и второй сезон закончится. Ну а сегодня мы, короче говоря, идем дальше. Какое у нас тут задание? Мотоциклист. Партнер? Джизи, что происходит? Мы по моим партнерам по бизнесу нужна помощь. Я подумал о тебе, дружище. Встреть Тибон Мендесен на заправке рядом с доками. Он ждет тебя в четырехдверном седане. Прости, партнер, мне тут звонят. Ладно, как скажешь. Блин, извиняюсь, что говорю немного вот так. Мне просто мазь на губах. Никак переждать не могу. Облизывал губы, облизывал на холоде. Теперь мажь постоянно. Хреновенько, конечно. Я постараюсь так не делать, конечно. Просто так стараешься, чтобы эта мазь не попала тебе на язык. Ладно, короче. Ехать тут недалеко. Совсем. Так, потом отвечу. Сообщение. Вот этот, да? Седан. Ну и где народ? Эй, ты чё, а? Какого фига? Ты решил на меня наехать, что ли? Я башку тебе снесу, а потом изнасилую и убью всю твою семью, крысёныш ты мелкий. Думаешь, можешь меня так... Я просёк, к чему ты тут клонишь. Понятия не имею, о чем ты базаришь. Ай, мое горло. На кого ты работаешь? Да на кого? Блин, извинись. Обернись и на меня посмотри. Ой, слышь, я пытаюсь деньжат просто подзаработать. Я как рыба. Эй, почти подловил, парень. Еще чуть-чуть. И капец бы тебе был. Так, в нашем деле всегда надо быть начеку, ты это знаешь. Наигрались? Да, все пучком. Хорошо. Поехали встречать груз. Мы уже опаздываем. Место стоянки фургона. Обожаю фургоны. Но вроде бы недалеко. А, я вспомнил, что это за миссия. Миссия... довольно-таки сложная. Она мне не очень-то нравится, знаете ли. Надо быть быстрым очень. Давай, влезай и берем байк. Груз должен добраться до завода в целости и сохранности. Ты позаботишься об этом, и мы тебе неплохо заплатим. Если мы за тобой следим. Мы наблюдаем, да. Если хорошо заплатите, то сделаю это с радостью. О, гранатомет. РПГ. И снайперская вообще будет не лишней. Так, не едьте слишком быстро, поняли меня? Надо быть очень быстрым, иначе, если не уничтожишь всех этих дебилов, которые воспрепятствовать будут, то они просто фургон взорвут, и это будет провал миссии полный. Так что надо быть... надо иметь побольше оружия и так далее. Вот здесь можно использовать вообще РПГ. What the fuck?
Блин, и что я теперь делать буду? Подстава как будто сейчас сработала. Ой, коп стреляет по мне. Ну куда ты заехал? Не видишь, что ли? Ну, фургон еще далеко, мы успеем. Если меня, конечно, самого сейчас не застрелят, потому что у меня кот наплакал здоровье осталось. Ладно, будем стрелять из РПГ. Так. Блин, слишком не долетело. Он урона не получает. В смысле? А, вон еще где, оказывается. Так, надо поторопиться, пока фургон не доехал. И желательно еще под пули не угодить. То я сам себя подорвал и все. Так, не будем подходить близко. Сразу РПГ возьмем. О! Осталось только перестрелять тех, кто сверху. Ну уже. Последняя засада, надо осторожно все делать. Ой, фургон-то рядом уже, давай быстрее. Ой, о, мотоцикл не загорелся, какое счастье. Так, где РПГ, РПГ, РПГ? О, рифовцы. Здесь. Все, отлично. Мы не пострадали. Мы сами себя подорвали. О, банда Санфьера Рифа, которая руководит Тибон Мендес. Давайте пособираем вот эти оружия, они нам пригодятся. Блин, исчезло. Ну ладно, ладно. Оружия все равно довольно много у нас. РПГ... Не жалко, когда без здоровья столько осталось. Блин, как я люблю фургоны, это же его... Обалдеть. Пока все путем, копы скоро вот-вот прибудут. Избавьтесь от фургона, мне его надо уходить. Прекрасно. Какого хрена? Быстрее, валим, 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 быстрее в офис. Обратно в гараж к себе. Надо сохраниться. Как минимум. Так, ну ночью я это выполнять не буду. Вот куда мы сейчас, кстати, ехали? Это завод их был, да? Завод. Наверное, мы его тоже потом бомбанем. В общем, что у нас идет дальше? О, Си-Джей, как дела? Как дела, Джетро? Какие-то тебя копы тебя там ждут в офисе. А, Тенпенни и Пуласки. Ладно, я разберусь. Рад, что вы вернулись. Как твоему брату спится, свернувшемуся в калачик, когда ты с комфортом живешь на свободе? Что вы хотите на этот раз?
Мы хотим делать свою работу мирно, без чертова существующего либерала, сующего в свой нос дела, которых он даже понятия не имеет. До вас дорвалась пресса? Ты что об этом знаешь, парень? Эдди, тихо, не спеши. Один молодой журналист пытается заработать себе имя. Он не знает уличных понятий. Он будет писать то, что от него ждут. Да, в любом случае, надо, чтобы ты заткнул его. И того стукача тоже заткнуть надо. А есть один писака, который копает под Пуласки. Мы не знаем, кто стучит ему, и мы не знаем, что репортер сегодня. Позаботься, короче говоря, о нем. И, кстати, хорошее место, Карл. Да, вечно кто-то вам пытается подгадить. Вы, мусора из Краш. Чё Эрнандеса с собой не берете, а? Ну, у нас вообще-то есть снайперская винтовка. Так давайте отдохнем. Надо выносливость себе вернуть. Блин, там поезд приехал. У тебя совсем мало времени до того, как он покинет станцию с репортером на борту. Эх, выносливость у меня закончилась, я не успею до него добежать. На мотоцикле за ним я лучше побегу. Ладно, мы не успели бы зайти в поезд. Будем на мотоцикле гоняться, короче, по дороге за ним. Если именно за ним... Ой-ой-ой, осторожно. Если именно за ним гнаться, то ничего страшного не произойдет. Вот по этим путям. Встречного поезда никакого не будет. Вот на этих путях может быть встречный поезд, а здесь-то нет. Так что едем просто по этим путям, несмотря на то, что нас трясет, как это самое. Он поедет в Лос-Сантос опять. В общем, поездка будет не близкая, поэтому чик-чик. Как тут темно, а? В Android версии такого не было вообще. Доехали вроде бы уже почти. Так, мы приехали. Фух, господи, наконец-то. Присядем, чтобы он нас не увидел.
Если репортер заметит, что за ней следят, не пойдет на интервью. Спугнуть! Спугнуть! Трусишка у нас, да? Блин, опять черный экран. О, а вы не поверите, я уже шестой раз это пытаюсь пройти. Короче говоря, первый раз мне в Skype позвонили, и GTA San Andreas прервалась. Закрыть пришлось. Потом три раза. Счетчик тревоги поднялся до максимума, якобы я близко подошел к нему. Хотя я стоял на лестнице, где он вообще меня видеть не мог. Потом я взял мотоцикл, меня копы арестовали. И еще потом я взял машину, но он уехал. Я не успел до него доехать. Хотя я видел его на карте, он еще не мог так успеть уехать. Вот сейчас уже шестой раз пытаюсь это сделать. А может и седьмой. Да не, шестой, наверное. Давайте уберем оружие, чтобы не привлекать к себе особого внимания. Миссия вот эта очень бесячая, знаете ли. Так. Ловит такси, надо вот так вплотную к стене подойти, чтобы счетчик тревоги не начал подниматься. Вот я даже если чуть-чуть ближе туда подойду, счетчик это тревоги поднимется и все. Давай по новой. Короче, странная немного миссия, раздражает она меня. Сейчас он начнет двигаться и мы пойдем. Стрелочка вот эта на карте красная. Надеюсь, я сейчас не продую. Так, все, он поехал. Надо взять машину быстрее. Так, что-то я копов сегодня не вижу. О, отлично. Отбились от копов. Так, он стоит на красном свете. Все, вот здесь стоим и не приближаемся ближе. Он ПДД это соблюдает. Это задерживает только, конечно. Но я помню, куда он, кстати, приедет. Он приедет на пирс. Недалеко я вижу его. Так, опять красный свет, да? Все, зеленый, поехали. Нельзя подъезжать слишком близко, иначе будет вообще плохо все. Я помню, куда он приедет, серьезно. Там пирс. Надеюсь, это недалеко. Что-то он как-то вилял сейчас во все стороны, вам так не кажется? Так, близко, близко, близко. А, вот он, пирс. Сейчас он повернет. Дальше, там ему деваться будет некуда. Там тупик же. Затем с помощью снайперской винтовки прикончим его и того, с кем он там встречаться собирается.
Отлично. Как же задолбали эти копы, Темпини и Пуласки. Они заставляют нас грязную и сложную работу делать. Как сам? Наличка опять уплывает из Лос-Сантоса. Ладно, попробуем перехватить. Где они сейчас? Они в Лос-Сантосе сейчас или нет? Они из Гроув-стрит выходят. Попробуем перехватить один из них. На саму Гроув-стрит мы не поедем. Там балласты кругом. Посмотрим, по какой дороге они ехать будут. О, они уже далеко, блин, уехали-то, а? Надо остановить их. Побыстрее. На карту поглядывать и не упустить их ни за что. Где у нас дальше, где они? А, они по... Они ниже, не по этой же дороге ехать собрались. Ладно. Ладно, едем в то место, где они находятся. По радару. Каждый раз они якобы как будто телепортируются, блин. Надо их... Осматривать. Они... Вот они, рядом. Блин, а на мотоцикле как я его протараню-то? Могу только из пистолета стрелять. Стоять! Наркокурьерство! Ой, блин! Колесо! Никуда же я не даю... Не... Надо бы их долбануть как следует. Не переворачиваться назад, не переворачиваться назад. Черт. Не вставайте, ребята. Фак. Тут еще одни предатели с Гроув-стрит. Наличку-то. И наркоту перевозили. Это же наша семейка. Козлы, бля. Где они? Уже удрали. Надо было прикончить их. Ладно, давайте купим магазин Zero. Он тут, надеюсь, недалеко находится. Подъехали. Одну поставку остановили и сейчас купим еще и магазинчик. Ну давайте заглянем, посмотрим, что внутри. В этом GTA Vice City продается. То есть продается GTA в GTA. В игре GTA играют в игру GTA. Господи, какая логика странная, не так ли? В общем, давайте выйдем.
Карл, это Зиро. А, тебя не было, когда я документы подписывал. Да, я знаю, выполнял опасные разведывательные задания в глубине вражеской территории. Да, конечно, как скажешь. Нужно зайти ознакомиться с бизнесом, да? Да, да, конечно. Нужно немного прибраться, в доме бардак полнейший. Об этом не волнуйся. Я к тебе загляну сейчас. О, Зи, что новенького? Ничего новенького, кроме проблем с давлением. Неминуемого крушения моих надежд и мечтаний. Почему? Как обычно, силы тьмы взяли верх над добром. Жизнь — сплошные страдания с перерывами на агонию. Ты под чем? Тебе дозу надо бы уменьшить. Извините, наркотики я не употребляю. Не знаю, что наркотики нужны только неудачникам или маньякам. В настоящий момент о сексе вот я не думаю. О, Беркли вернулся. О, Беркли? Да. Кто же такой Беркли-то, а? Это человек, которого я когда-то победил в честной борьбе. Буквально местью он одержим сейчас. Вот, как же ты его отделал, а? Не надо, пожалуйста, я не чиню насилие. Ты его телку драхнул, да? Нет, я получил премию в науке. Первую премию, в смысле... Теперь он завалить тебя хочет? А еще говорят, что гангстеры тупые и ограниченные. Что это за писк? А, это Беркли. Надо до конца сражаться. Беркли начал полномасштабную атаку. Это просто безумие. Всем батареям открыть огонь. Он хочет уничтожить передатчики мои. Если он их собьет, я никогда не смогу контактировать. Не проблем, это всего лишь игрушки. Это не игрушки, они просто размером меньше. Пулемет? Ничего себе, пулемет какой огромный. И мощный. Сначала может показаться, что миссия легкая. Ну, просто держишь, стреляешь. Что тут сложного-то? А потом так уже казаться не будет, потому что самолетиков будет, мягко говоря, многовато. Не знаю, откуда у Берклис так много игрушечных самолетов. Ой, с этой стороны еще. В андроиде это еще, кстати, тяжелее, потому что поворачивать экран это гораздо более неудобно. Чего он не взрывается-то? Во, сейчас уже многовато самолетиков-то пошло. Бомбить их не так уж и легко. Ой, господи. Он что, совсем сдурел, что ли? Я думал, он взорвется сейчас. Возле меня имеется в виду, что взорвется. Ой-ой-ой, да сколько их еще, а? Я уже устал по ним стрелять, блин.
Хотя я, конечно, устал гоняться за репортером сегодня. Окопы эти из краж даже не заплатили мне за это нисколечко. Просто мы такие ленивые, нам тут угрожают. Ты давай за нам все, ты давай все сделай за нас. Нормально все. Один передатчик взорвали, и ничего страшного. Главное, что нельзя, чтобы они взорвали еще два. О, Беркли, получил, да? Нас пальцы сгибаются, будем драться до конца, да? Молодец, Карл. Теперь иди, мне надо подготовиться к предстоящим сражениям. Никогда такая малость не значила еще так много. Слишком мало, три. Тогда что еще? Будем драться с ней на побережье и на крышах. Да? Да. Следующие задания я выполнять его не хочу. Они, благо, не обязательны. Когда их выполнишь, просто откроется возможность приобрести автосалон. Она нам, в принципе, не нужна. Ну, вроде бы. Там миссия. Одна миссия, надо где самому управлять этим самолетом. Одним из таких самолетов, летающих. Это капец как неудобно. Это гораздо ужаснее, чем радиоуправляемый вертолет. А потом будет миссия с радиоуправляемым вертолетом. В общем, не лень это все проходить. А вот следующая миссия, которая вот здесь начинается, это уже начинается уничтожение Локо-синдикат. Я это хочу отложить на последнюю серию. А следующей серии мы будем выполнять задание в Узиму. Ну а на сегодня все. С вас Лейкос Подписос, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой второй канал и на группу ВКонтакте. Всем пока.